Пелярина отчество. Распространены кадры двух пленных солдат Таманской дивизии оккупационной российской армии, уничтоженной вооруженными силами Украины в городе Изюм Харьковской области. В кадрах, распространенных в украинских телеграм-каналах, пленные выразили сожаление по поводу своего участия в войне. Один из пленных заявил, что хочет остаться в Украине и участвовать в освобождении Крыма. Представляем вам эти кадры. Кидают просто как мясо. Мне больше нет смысла это терпеть. Я лучше перейду в нормальную страну. Буду с нормальными людьми воевать за свободу страны. А потом я хочу со временем найти здесь себя и перевести сюда свою мать. Ну, хотя бы, чтобы она в гости ко мне съездила сюда. Или в Крым, если получится его отбить. Понятно. Ну, ты же поможешь? Конечно. Игорь, да? Да. Давай, ты имя отчество, фамилия. Семенков Игорь Игоревич. Из службы в 15-м гвардейском целиковом полку, часть 31-134, Московская область. Москвич. Ты с Тулы, да? Я с Тулы, сам с Тулы. В 2001 году. За призыв ты воевать не хочешь, да? Я, в принципе, не хочу войны. Между этими слушай, ну ты странами. Ты уже изначально пришел, Крицына, ко мне с войной. То есть именно со своим подразделением все. Ты же понимаешь, что если ты взял оружие, то ты не пришел, ты не принес мне конфеты, говорится, мне все остальное, правильно? Ну, наверное, но. И не наверное, а так точно. Сумма. У кого были Уралы, они набирали много. У кого были Уралы, там кто на Уралах есть. А зачем бижутерия? Вот я не говорю, знаешь, я думаю. Золото, ладно. Ну, это уж добра, как, ну, блядь, вот эти не пластика, а знаешь, вот эти кольца, которые чуть ли не алюминиевые, там зачем брали? Ну, это память, наверное. Ну, память, понятно. А эти сумочки, знаешь, для своих ученых, да? Я не знаю, здесь они берут сумочки. А что ты брать не хотел? Я один раз только взял одну медаль. И все. Мне понравилось просто, она была красивая, с украинским флагом. Да? Я, ну, смотрел на нее. Да. Скажи, украинское все красивое. Да.